Я установлю эту камеру на ночь в комнате с куклами, а утром мы посмотрим, что же они делают ночью. На картинке видно четкую руку Даниэля. Эту загадку надо разгадать, но мы ее должны разгадать вместе. Всем привет! С вами в очередной раз канал Red Fox Smile и я, София. Помните, я в прошлый раз говорила, что если мы наберем 500 тысяч просмотров, то я сниму, как я еще раз ставлю на ночь камеру и делаю засады. Ну что ж, мы не набрали 500 тысяч просмотров. Ой, беда. Огорчение. Но мне очень интересно, что же делают куклы, когда мы спим. Так что сейчас мы приступим. Фух, я все настроила. Теперь я вижу, что происходит в соседней комнате. Ну все, я теперь уже в засаде. На всякий случай еще спрячусь. Так, а что это здесь происходит? А, это мой канал? Так я думаю, кто же мне писал все эти плохие комментарии? А это вы? Вы писали, что я плохо обращаюсь с вами? Ну что ж, нам надо серьезно поговорить. Лена, да как ты могла? Ты же самая старшая. Ты носишь все мои платья и такие плохие комментарии писать. Как тебе не стыдно? А ты, Ника, ты моя первенница. Я же так с тобой нянчилась. Почему? Вот почему ты пишешь такие плохие комментарии? А ты, Элик, ты один из всех был на море. Я же с тобой так таскалась, носилась. А ты? А ты, Эля, ты же самый няшный реборн, который только есть. И как ты так можешь? Ну все, дорогие мои куколки, давайте помиримся и друг другу будем ставить лайки и писать хорошие комментарии. И вы, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите хорошие комментарии. Всем пока!